Но вы каким-то образом участвовали в переговорах? Вы каким-то образом способствовали? Слушайте, упаси меня Господь от таких переговоров. Я уже за 20 лет наелся таких переговоров, и длинных, и коротких, и сутками. Поэтому это дело нормандской четверки. Мое дело было патроны подносить, обеспечивать, чтобы настроение было хорошее, кормить, водичку. Никто спиртное не пил, кстати, сразу вам говорю, поэтому не намякивайте на это. А вот накормить, обеспечить все, вы видели, как это было организовано. Вот это мое дело было. Чем кормили? Может быть, вам... А всем кормили, что в Беларуси, в России производится, вот только свое. На 16 часов люди сидели, разговаривали. Ели яичницу, и сыр, и молочные продукты, выпили кофе несколько ведер, чтобы тонус себя держать. Посменно, я так понимаю, спали, особенно эксперты. Главы государств, конечно, им не удалось отдохнуть. А эти посменно спали, потому что голова же должна быть более-менее светлая при формулировках таких договоров. Поэтому... И отдыхали, и ели, и воду пили. Все было, все нормально. Коль скоро вы обеспечили хорошее настроение. Вы обеспечили? Вот с каким настроением? Абсолютно. Абсолютно обеспечили. Главное не это. Знаете, документов в истории рождалось много. Теперь главное реализовать эти документы. Это, как вы понимаете, процесс гораздо сложнее, чем их создавать. Тут сутками не обойдешься. Подробности, которые рассказала Ольга Скобеева.